Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, безумные мутанты. Так, что у нас тут прыгает? Ящик, что он мне хочет выдать? Ага, 1500 мутагена. И все. Всего лишь... А, нет, вот, ребята. Общее количество 5266. Окей. Этого мало, конечно, на самом деле, для прокачки. Так, что тут написано? Прокачайте 5 героев до 60 уровня. 5 героев, да? Сыграть в приключения и прокачать до 100 уровня одного персонажа. Так, ладно, давай посмотрим, кого мы можем с тобой до 60 уровня в ближайшие... Ага, Бакстер Стокман, в принципе, готов, да, прокачаться. А ну-ка. Окей, и еще одного персонажа нужно, и это будет у нас... Можно Рокстеди попробовать. Нет, лучше Ирму или Рокстеди. Ирму все-таки. Давай попробуем, успеем мы. Фигушки, не хватило у нас мутагена, к сожалению. Ладно. Не хватило, ничего страшного. Так, нам нужно с тобой сыграть в приключение. Это понятное дело. Так, что у нас здесь? А здесь у нас наградушка. Надо получать. Окей, 327 кубков и 43 синих кубков. Так, и я могу еще прокачать. Я лучше вот, ребята, вот эту вот лабораторию буду делать. Тут все-таки синие кубки дают. Они мне нужны. Ну что, попробуем с тобой опять завалить этого току. Но мне кажется, от этого не будет никакого толку. А, кстати, друзья мои, я что хотел сказать. У меня же... 300 вот этих вот золотых панцирей. И ведь я могу за них приобрести персонажа. Точно. Только сейчас об этом вспомнил. Так, давай-ка вспоминать, где это у нас делается. Где мы можем с тобой приобрести. Вот хоть убей, я сейчас не вспомню. Так, здесь вроде бы, да? Да, друзья мои. Именно здесь я могу получить слэша двухзвездочного. Я соглашаюсь, друзья мои. Я соглашаюсь, я беру слэш. Мне нравится как персонаж. Ну, так, я заплатил? Заплатил. Да. Новый персонаж слэш. Довольно прикольный. Я доволен. Я доволен, ребята, мы с вами получаем еще 1000 кубков зеленых и 50 синих и 8 часов что-то там мутагена. Теперь бы нам его прокачать. Кстати, мы можем еще с тобой двух персонажей тут открыть. Так, это у нас Сплинтер. Окей. Так, и следующий кто у нас? Рокстеди. Отлично. Так, 701 синий кубок у нас с тобой. Ладушки. Так, ну что, мутагена мы, кстати, с тобой заработали хоть чуть-чуть. Ага, откуда? С потолка, что ли? Блин, слэша надо будет прокачивать, а? Мне кажется, да, стоящий персонаж. Ну что, поехали, попробуем. Так, у нас с тобой вот такая вот... Кстати, ребята, я немножко там майки прокачал, ты помнишь, да? Ну вот почему-то он на арене вообще ни о чем. Так, ну что, наша цель — победить Току. По мощам, в принципе, ребят, мы не слишком сильно уступаем, но вот как-то вот не получается у нас. Давай-ка глянем, что на этот раз. А, тут еще Рокзар же у него, точно. Ага. Так, тихо. Так, минус панк. Рокзара нужно уничтожить, блин. Ирма, давай, родная моя. Так, Бибоп уничтожает. Нет, никого он пока не уничтожил. Так, минус Рокзар. Правда, мы с собой Бибопа тоже потеряли. Так, и вот Тока. Остался один против нашей команды. Сейчас он кожеголову, наверное, бомбанет. Я что-то переключился на Рокстеди. Станем, правильно, кожеголову. И вот так его нужно станет постоянно. Если мы хотим... Ой, бедный Рокстеди. Дыдыч. Как он ему звезданул-то, а? А вот то, что Рокстеди прибежал, конечно, к нам сюда, это плохо. У него уже массовая атака, насколько я помню. Ну давай, ну!
Блин. Осталось совсем чуть-чуть. Лео, будь добр, ну подбей ты его. Есть. Друзья мои, это просто чудо какое-то. Наконец-то мы с вами подбили Слэша. Ой, Слэша, Току, конечно же Тока. Так, и у нас продолжение истории идет. Ирма имеет вот такие способности. Ничего себе. Ха-ха, придавила. Совсем по-другому сразу, я смотрю, запели птички, да? Да, Ирма красава. Ну что же, мы с тобой сделали. Так, 200 кубков, что-то тут у нас, ребята, прыгает, моргает. Ага, бесплатные награды. Конечно же, забираем. Конечно же, мы с тобой это все забираем. Так, выиграть в PvP битве. А следующий босс у нас с тобой будет, как мы видим, Бакстер Муха. А мутагена у нас только лишь на то, чтобы поднять уровень. Хотя, погоди-ка, может быть не уровень? Нет уровень. А почему, интересно, на слэше я не могу? Ну-ка, давай. Так, новый скилл. Вот это, по-моему, ребята, есть, да? Крученый удар. А, нет, вертушка у него вот. А это я не знаю тогда что. Что это у него за это? Наверное, просто ударяет, когда он, да? Мощная атака когтями. Вообще-то мне нужно прокачать, блин, персонажей до 60 уровня. Ну что, давай, ладно, ребята, с вами будем дальше продолжать основную линию приключений. Опа! А это еще кто? Смотри. Это кто такой? Напоминает мне чем-то Ирму. Но это явно не Ирма. Это какая-то тоже колдунья. Так. Ага. Рахзара быстро мы тут с собой расчехлили. Так, застанил, да, кожеголовую эту ведьму. А что там такое происходит? Смотри, дым какой-то. Что вообще тут творится? Хаос какой-то, если честно. Есть. Никого не потеряли даже, все бойцы мои на месте. Оу. А то, что мы с тобой получили бонус, это хорошо. Наградушку получили, и мы сразу же переходим к следующему бою. Так, смотрим, кто здесь. Я вижу Рахзара, я вижу Слэша. Ну, в принципе, и горстка панков. Так, давай, давай, бибопчик, правильно, гранату запульнул. Так, Рокстеди. Вот он просто, ребята, пробегает и отнимает немножко урона. Если бы он во время разбега бы еще станил их, ему бы цены бы не было, да, этому Рокстеди. Так, ну что, остается Слэш. О, тут хорошо со всех сторон прижучили. Никого он не успел у нас подбить. Все остались целыми. И опять у нас идет бонус. Так, еще 16 тысяч мутагена мы получаем. И следующий поединок. Интересно, мы справимся здесь с Мухой, с Бакстером или же нет? Вот меня какой вопрос интересует. Блин, кто же это такая, а? Какая-то странная девчуля. Ну, я тебе скажу одно, она ватная. Мы ее пока тут разбираем с полточка. Так, консервную банку уничтожили. Все. Потеряли только лишь кожеголового. Но это не страшно. Так, я чувствую, что после этого боя будет босс. Поэтому нам нужно с тобой попробовать попытаться сейчас прокачать еще одного персонажа, да? Чтобы получить 60 уровень. И чтобы выполнить задание. Так, 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 так. Бабах! Я обожаю Ирму, потому что у нее действительно массовая атака. Хотя тут много у кого есть, да? У Леонардо, у Бибопа. Так, тихо, давай-ка глянем. Выйдем с тобой на карту и посмотрим. Да, ребят, последний бой у нас будет с Мухой, а мы с тобой прокачиваем. Так, кому же я там хотел-то? А, Ирма. Блин, 4 уровня ей нужно вкачать. Хватает, шикарно. Так, прокачали, соответственно, мы с тобой забираем награду. Здесь то же самое. Так, теперь, значит, прокачать 5 героев до 70 уровня. И нужно с тобой выиграть в PvP битве. Так, где у меня слэш? Вот он. Слэш, давай мы тебя теперь будем прокачивать. Так, что у нас там? 29 уровень.
Максимальный ты получишь у нас 35-й. А по статистике 745 у него, да, 745. Это на 35-м уровне. То есть, грубо говоря, он идет наравне вместе с Монолизой. Ну да. Так, а здесь мы можем экипировочку немножечко одеть. Так, давай тогда сделаем. Так, Кейси Джонс. Кстати, мне писали вы про Кейси Джонса, что он имба. А чем он имба, ребят? Я так и не понял. Что в нем такого крутого? То, что у него быстрые атаки, что ли? Или в каком плане? Ладно, это уже все потом. У нас муха, потом будет Рахзар. Поехали. Я хочу просто посмотреть, сможем ли мы с тобой одолеть Бакстера Муху. Мне бы этого очень сильно хотелось. Ну-ка. Ну, в принципе, по мощам он не так уж от нас отошел, да? Всего лишь в 2000 разница. Это небольшая, я тебе скажу, разница. Сейчас проверим. О, Роксиди пробивной сделал. Так, станет. Вот станет, конечно, кожеголову совсем не того, кого надо. Лучше бы он муху станил бы. Бабах. Так, гранату бросил. Муха что-то там уже делает. Вот, вот теперь кожеголовый правильно сделал. Застанил муху, естественно, Леонардо воспользовался этим моментом. Так, Рок, кстати, пробивает. Так, Ирма готовится, ага. О, так я тебе скажу одно. Мы сейчас, по-моему, этого Бакстеренка быстренько ушатаем. Сейчас еще Лео сделает пару комбинаций. Ну, Лео, давай. Все. Ну, я тебе говорю, что муха это навозная. Что в основных черепашках, что здесь вата ватная. Акт 9, миссия 6. Так, у нас тут крысиный король. Опять же муха. Кто вот это вот? Ну это явно не из зеленых персонажей. Это скорее всего уже трехзвездочный синий. Ох ты, видел что? Я думал, что за дым появляется такой. А это, ребята, оказывается, атакующий скилл у нее. Вот оно что. Ладно, вот она мне Ирму как раз этим скиллом-то и уничтожила. Зашибись, я тебе скажу. Ну что, мы с тобой идем прямиком до Рахзара. И, наверное, как всегда, мы с тобой там будем фейлиться, да? Потому что в прошлый раз мы с тобой не могли уничтожить именно Рахзара. Так, Ирма вжаривает. Так. Очень хорошо. Все у нас пока хорошо идет. Вау, ты, это что? Кто такой? Вот этот сейчас кто делает? Это, по-моему, вот эта вот ведьма или колдунья, я не знаю, какой-то пришелец. У нее массовая атака. Я ее сейчас только что ощутил на себе. Так, ну с этими, наверное, мы разберемся. Хотя тут Слэш, Рахзар. Просто мне надо понять, как эту девчулю звать. А то мне как-то не с руки. Если это консервные банки, то как ты их не назови, они будут банками. Если это, извини меня, Слэш, то он и будет Слэшем. Рахзара тоже не переименовать. А вот как эту девчулю... Видишь? Смотри, что делает. Да, массовые атаки, конечно, очень такие у нее забористые. Слэш мне напоминает чем-то Микеланджело. Он тоже так, любитель выкручиваться из ситуации. Крутит нунчаками и вылетает. И при этом станет. Так, ну что, консервные банки. Ну тут-то вообще должно быть на изи, в конце концов. Что тут банки эти сделают нам? Да ничего. У них, по-моему, даже массовых атак никаких нету. Так что волноваться не стоит. Ну, есть. И последнюю баночку сейчас распечатаем. Давай-давай, молодцы, красавчики вы мои. Так, и я хочу посмотреть, сколько нам с тобой до Рахзара. Ага. А он уже, ребят, созрел. Он уже созрел, сейчас мы будем с ним драться. Так, 100 кубков мы с тобой получили. Мы с тобой получили 100 кубков. 5000 мутагена, но этого мало. Кого бы нам с тобой тут качнуть-то, малька? Рокстеди. 51 уровень. Блин. Выбор-то не особо велик, согласись. Так, давай-ка мы с тобой лабораторию, наверное, прокачаем.
Вообще-то мне кажется, что вряд ли мы сможем. Но давай пробовать тестить наших бойцов. Вот он, Рокзар. Угу. Подрос. Подкреп. Слушай, ну у нас есть, кстати, шанс его победить. Ну тут слэш, правда. Так, давай посмотрим. Блин, Бибоп сразу начинает звездюливаться, сразу же. Во, вот молодец, сейчас кожеголову правильно сделал. Застанил Рокзара. В этот момент у нас есть, хотел сказать, шанс. Нет у нас шансов. Еще вот это вот. Блин, ты посмотри, что происходит. Воу-воу-воу. Так, Рокстеди завалили. Так, смотри, у него слэш остался. И вот это вот карга. Воу, все, ребят. За счет массовой атаки вот от этой вот вражины все мои потерпели крах. И знаешь, что я думаю? Если нам поменять немножко. У меня правда, Рафаэль не прокачанный. Я хотел Рафика взять, но Майки у меня прокачан. Давай-ка посмотрим кое-что. Сейчас я хочу немножечко заменить. Сейчас, секундочку. Вот Рафаэля, да? Например, можно поставить вместо Рокстеди. Так, убираем, ставим не Рафаэля, а Майки, я хотел сказать, да, Майки именно. Так, еще тут у нас кто? Муха. Блин, ну Сплинтер тут круче. Твою ж налево. Ну вместо кого? Я не знаю, ребят, может быть вместо... Кожеголового, ой. Так, подожди секунду, сейчас посмотрим. Вместо Ермы. Говорили, качайте Сплинтера. И в чем же в нем такого, ребята, супер-пуперского в этом Сплинтере? Я лично ничего не заметил. Так, ладно, сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Так, Майки станет. Вместо Майки, наверное, надо ставить Сплинтера, потому что он вообще ничего, ребята. Хотя, вот за счет своего вот этого вот стана он превосходен. Вот то, что он станет. О, видишь, что она творит? Бамс. Так, у нас, слушай, ну в принципе неплохо идем пока. Очень неплохо. Да ладно, подожди. Так, Рокстеди готов. Вот, Майки глушит. Отлично. Слушай, я не ожидал такого эффекта. Опа-на, а это что еще? А, это у нас новый чертеж. Открывается что-то новенькое. Открывается у нас что-то новенькое. Так, это доджо. А доджо это что у нас? Мультиплеер. Что такое доджо, ребята? Короче, мультиплиз повар. Может быть, прокачка клана? Ребята, если кто-то знает, что такое доджо, пускай напишет мне в комментариях. Мне просто интересно знать, что вообще он дает. Так, Майки. Ну, в принципе, Майки неплохо себя показал вот в этом бою, который у нас сейчас был. Очень неплохо, да? Своим станом он тут, конечно, дал джазику. Ну что, давай посмотрим, что у нас там дальше получится. Так, отрывчик есть, но, опять же, небольшой. Тем более, здесь обычные панки. Давай. Вот. Вот Майки очень хорошо глушит. А если еще взять сюда Рафаэля, вообще было бы круто. Бабах. Потому что Рафаэль на месте не стоит. Он всегда там елозит, как этот, как уш на сковородке. Его очень тяжело поймать. Ага. Рокзар. Крысиный король. И эта дамочка, да? Эта дамочка какими-то, видишь, электрическими сгустками бомбит. О, мы ее застанили. Это прекрасно. Вот, смотрите, начинает делать массовую атаку. Видишь? Офигеть. Я боюсь представить, когда она будет боссом. Как она будет лютовать. Есть. Разрулили ситуацию. Ну что же, двигаемся дальше. Мне кажется, мы до нее дойдем и все, и опять застопоримся. Так, ну, зато она по защите слаба. Видишь, Бибоп ее бомбит и
очень даже успешно. Ну вот это, конечно, да, что-то перебор. Так, минус крысиный король. Да тут практически все минус. И Розара тут распинали, мы быстро все выжили, прикинь. Так, давай-ка посмотрим, сколько нам там еще осталось. Еще один бой. И будет босс. Блин, нам нужно с тобой... Давай-ка, наверное, сделаем ПВП бой, хотя бы один. Так, тут что у нас, прокачка, что ли? Прокачка. Сделаем с тобой один ПВП бой. У меня всего лишь две энергии осталось. Блин, вот как дают, ребят, а мне нужно выиграть, да? А я не смогу здесь выиграть. Я уже пытался сколько раз, а у меня не получается. Ну ты сам видел, 12 тысяч против моих почти 8 тысяч. Это нереально сделать. Тут у него еще, я смотрю, сплинтер прыгает, да? Довольный. Очень быстро меня тут расписывают моих персонажей. Да, фигня получается какая-то. Все, всех вырубили. 8 кубков, как я рад видеть свои 8 плешивых кубков. Блин, выиграйте. Нет, пока не светит. О победе пока даже и мечтать-то нельзя. Ну что, давай смотреть, что у нас тут получится. Так, минус панк, сразу же мы его зашкварчали. Так, консервная банка тоже в отлете. Ну вот и переключаемся, кто у нас там? А, Рокстеди вражеский. Барышня готова. Так, Рокстеди. Интересно, а здесь есть какой-нибудь персонаж, который вешает немоту? Сайленс. Сала. По-простецки, да? То есть, чтобы человек, ну, персонаж не мог применять заклинание. Так, награду заработали. Ну а теперь сам босс. Кто ты? Вот сейчас я посмотрю, как, кстати, ее величать. Темпестра? Вообще ни о чем не говорит, ребята. Темпестра какая-то. Я буду ее называть темпом. Просто темп. Ну кого ты станешь? Ты лучше бы ее станил. Ё-моё, ну зачем ты эту консервную банку? Так, господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Майки там что-то выплясывает, конечно, я ничего не говорю. Он ее застанил. Он ее застанил, а она сейчас всыпет. Она бьет каким-то лучом прошивым. Ну, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ой, как она тут мощная. Рокстеди тут живой оказался. Блин, не получилось маленько, а. Награда в кармане. Так, я хочу сейчас зайти в свой клан и глянуть. Так, а где мой клан-то? Клан Холл. Блин, я всего лишь 24 уровня. Как вот у нас Глеб прокачивается? 39, 35, 34. Вы живете, что ли, здесь, ребята, в этой игре? Я не понимаю. Напишите мне, как говорится, скорость своей прокачки. Как вы это делаете? Так, наверное... Чуча тоже заслуживает повышения, потому что у него уже тоже 33 уровень. А, я не могу? То есть... Подожди, нет, Чуча все на месте. Так, кто у нас еще там за 30-й? Так. Что-то я не могу понять, что тут вот. Кикнуть это удалить, но я не собираюсь. Зачем мне его удалять? Так, смотрим, ребята. Все, кто за 30 уровень, должны у нас отличаться от новичков, скажем так. Смотри-ка, здесь. Секунду, а я ведь могу смотреть состава, да? Ну-ка, 30, например, 5 уровень. Какой у него? Ох, Шреддер у него. У него есть Рейс. Что такое демот? Понизить, наверное, да? А здесь... Подожди, кого 39 уровень? Ну, тут, ё-моё, я не знаю. Шреддер, видимо, имба. И у всех практически есть Леонардо. И почему-то Рафаэля берут. Да? Лео Раф, Лео Раф. Никто не берет Рокстеди Бибопа. Ты заметил? Хм. Может быть, и мне не надо брать
Рокстеди и Бибопа. А брать лучше Рафаэля. Но Рафаэль, блин, не прокачанный у меня. Хотя кто нам мешает его прокачать, да? Но с таким же успехом и Слэша можно прокачать. Слэша, давай-ка попробуем. Мне кажется, Слэш будет не хуже, извини меня, Рафаэля бомбить. Может быть, даже как Майки примерно. Так, ну что, 50 уровень, да, у него? 50 уровень, я думаю, вместо кого его лепить? Вместо кожеголового. Вместо... Блин, не знаю, сейчас посмотрим. Мне как-то вот лучше здесь на это все смотреть. Так, темп опять возбухает. Смотри, Бибоп. Если брать... Мне кажется, вот... Так, а у меня Рокстеди здесь уже и нету. Кожеголового, наверное, поменяем. Так, кожеголовый, ты где у меня? Так, у нас здесь 1000 мощей, а у кожеголового, блин, почти 1500. Все равно попробуем. Хочу посмотреть, будет ли какой-то от этого эффект или нет. Блин, Слэш слишком слабый. Слишком, ребята, слабый Слэш-то у нас. Его и вырубили первым. О, нет. Дело дрянь. Это не катит. Слушай, оно мощный, этот темп. Слэш нам здесь не помогает. Ладно, давай что-нибудь другое тогда придумаем. Вместо Слэша кого? Рафаэля? Давай Не, Рафаэль 40 уровня, он не потянет вообще. Муху поставить. Вместо Слэша муху. Ну давай попробуем. Давай попробуем с тобой муху. Просто глянем хотя бы, что из этого выйдет. Угу. Так, оглушение надо было вот здесь, конечно. Ну ты посмотри, что творит. Вот он своим этим мощным ударом, ну вот, видишь, уже вырубила мне майки. Офигеть. Так, Лео, конечно, молодец, старается. Блин, тут этот Рокстеди плешивый. Смотри, вырму бомбанул, а. Так, Рокстеди готов. Офигеть, у нее тройной удар. Тройной удар. Вот этой вот, я не знаю, какой-то сгустком энергии. Она просто выносит мне Ирму. И если мы, например, сделаем с тобой немножко по-другому. Если я переставлю кое-кого, кое-куда. Мне кажется, надо... Так, секунду. Муха, 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 цокотуха. Давай, наверное, вот сюда иди. Вот так. Вот таким вот образом попробуем. Мне надо, чтобы Майки глушил сразу всех. Вот прыгал, чтобы сюда, и начинал оглушать их. Вот. Вот таким вот образом. Ага. Блин, опять Микеланджело вырубили. Да что ты будешь делать, блин? Чего он так быстро дупляется-то? Вот объясни мне. Ну, блин, ну ведь есть же шанс. Ну, ё-моё, ну... Так, Муха, ты, конечно, хорошо делаешь. Давай. Есть Лео, красавчик. Теперь Рокстеди, пока Муха его держит, встань. Ну, не тупите вы. Есть. А я тебе говорил, что если очень долго стараться, пытаться что-нибудь там поменять, как-нибудь смухлевать, есть шанс на победу, есть. И ты сейчас только что это увидел. Фух, красавчики. Ну, сила врага, конечно, растет вообще безумно. Уже 10 тысяч мощей у противника. Да. 10 тысяч мощей против моих 7 тысяч. Очень большой перевес, конечно, идет уже. Очень большой. Так, станем эту темп. Ну вот, 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 вот. Вот только стоит ей, ребята, сделать вот эту массовую атаку. Все. Хорошо, что Майки у меня тоже, да, может загонять в стан. Давай. Мы должны разобраться с этим Рокстеди. Должны, блин, разобраться. Ну. Да давай ты, блин. Фу, красава. Ирма уже не в первый раз у нас выходит победителем из таких ситуаций. Не в первый раз.
Так, ага, у нас тут с тобой намечается битва с Рахзаром. Да? Уже скоро практически. Да, мне это не нравится. Тут, блин, офигеть. Тут и Слэш, тут и Рахзар, тут и Рокстеди, плюс два панка. Так, Майки, ты будешь там что-нибудь делать? Давай прыжок свой оглушающий. Вот так вот, вот это сейчас было по красоте. Правда, там Слэш сзади. На кого он там переключился? На Бибопа, да? Ну, шансов у него нету, мы его сейчас заколбасим. А, тут еще и Рокстеди живой, оказывается, блин. Что-то я не увидел. Так, оглушили, вот и все. Вот и песенка Икспета. Вот это вот оглушение от Майки, пускай оно длится там буквально там секунда-две, этого более-менее достаточно, чтобы нанести хороший урон. Тем более, если под Леонардо это все идет, ой, то это вообще имба. Так, ну что, тут панки и Рокстеди. В принципе, с панками мы сейчас разберемся. Разберемся, да? И останется только лишь Рокстеди. А Рокстеди специально встал сзади, отстреливается. Но это как моя Ирма. Она тоже в гущу, как говорится, событий не лезет. Стоит на заднем плане и просто бомбит своими дальними атаками. Вот только у нас персонажей с тобой не очень много осталось. Из живучих только Леонардо и Ирма. Так, давай, Лео. По красоте жалил. По красоте. И добил. Найс. Мне нравится. Таким макаром мы с тобой и до Рахзара дойдем очень быстро. А вот сможем ли мы его победить? Вот это уже вряд ли. Майки делает прыжок, станет двоих. И сейчас быстренько сам отдуплится. У него очень мало здоровья. Все, ребята, его подбили. Ну, мы здесь тоже с тобой выиграем. Мы с тобой здесь тоже выиграем. Так, минус панк. И сейчас консервную банку тоже распишем. Вот так вот. А вот и Рахзар. Вот мы и дошли с тобой до очередного босса. Сколько там мощей у него в команде? Давай посмотрим. 10 тысяч... Блин, а... Подожди-ка. А, ну да, почти 11 тысяч, ребята, против моих 7 тысяч. Трындец. Ну, давай посмотрим. Ну, Майки, вот как всегда, вот начинает получать от какого-то панка несчастного, начинает столько звездюлей получать. И Рахзара не застанили. Молодцы. Уха, ну что-то это... Тихо, подожди, подожди, подожди. Так, потеряли Бибопа, потеряли Майки. Лео вжаривает. Так, тут у него остается в живых Рокстеди и консервная банка, которая нервирует. Ну, Рокстеди-то забомбите. Так, Лео хочет что-то сделать, суперудар. Если Бакстер... Давай, стань, стань его, стань. Отлично, застанили. Но вдвоем мы вряд ли здесь, конечно, с Рахзаром справимся. Тем более тут Ирма. И он сейчас мне уничтожит. Уничтожил, гад вонючий, мою муху. Ирма, Ирма, Ирма. Ну, тебе шансов нету, конечно, против этого говнюка. Рахзар слишком силен для тебя. Слишком силен. 1-1, ну, нету шансов. Так, что мы тут с тобой заработали? Давай-ка глянем. Так, скраб, да? Понятно, металлолом. Эх-эх-эх-эх-эх. Зашибись, а за 700 этих уже трехзвездочный, да? Предлагается нам. Блин, Зоракс, вот это вот было бы круто, ребята. 9500. Прикинь? Четырехзвездочный Зоракс. Ай, было бы классно. А сколько стоит у нас... 379 рублей, это 780 гемов. Кто это? Генгхиз какой-то, ё-моё. 749 рублей, блин, так они... Вот ты подбивай, а? Купи, Рэй, купи, купи, вложи донатик, вложи, будешь рулить, нифига. Не буду я никуда ничего вкладывать. Я вот не знаю, что же мне тут прокачать. Кого бы прокачать? Майки, может быть, Майки действительно надо поднять. Блин, всего один уровень. Но ведь хорошо же шло, хорошо. Блин, не тянет. Если я вместо... Нет, Майки нужен. Майки очень хороший, здесь он глушит.
Давай еще разок попыточку сделаем. Если что, будем с тобой переставлять. Может быть, даже вместо мухи брать. Ну, Рокстеди, ну как-то. Может, Сплинтер 40 уровень. Так, давай еще раз глянем. Может быть, на этот раз нам все-таки лучше повезет. Нам нужно, чтобы Майки сейчас вот бомбил и... Вот, видишь, вот на этот раз он застанил Рокзара. Воу, слушай, блин, опять Майки уничтожили. И Лео сейчас подобью, да? Так, остается Муха, опять Бибоп и опять Ирма. И опять Ирма, и сейчас... Блин, сейчас Муху уничтожат. Да что вы там, блин, творите-то, а? Так, Рок, кстати, подбил... Нет. Вот не хватает чуть-чуть. Вот чуть-чуть буквально что-то не хватает. Надо что-то подумать, что-то сделать. Так, получили мутаген. Это все, конечно, прекрасно, замечательно. Но меня интересует другой вопрос. Так, сейчас прокачаем с тобой. Может быть, взять Кожеголового вместо Бибопа. Бибоп совсем чуть-чуть не дотягивает, понимаешь? Вот капельку. Давай-ка, наверное, Майки мы. Майки хорош, но видишь, у него в чем проблема, ребята? У него по живучести очень большие проблемы. Он станет все, как полагается, все делает, но именно по ХП его моментально разбирает. Он погибает одним из первых, понимаешь? Потом Леонардо, ну это понятно. Ну Лео хотя бы наносит урон колоссальный. Так, ну что, если я, например, поменяю... Поменяю Муху на Рокстеди. Что скажешь? Муху поменять на Рокстеди. Давай так вот посмотрим. Ага. Все равно Майки достается. Я не понимаю, почему именно его колбасят. А Рокзара не заставили. Молодцы. Ё-моё, теперь Бибоп у нас тут первым погиб. Слушай, ну здесь лучший результат идет. Смотри, мы сейчас с тобой уничтожаем консервную банку. Остается Рокстеди, с которым мы сейчас справимся. И вот остается теперь просто этот Рокзар. И мы, как видишь, всей толпой просто его. Блин, Леонардо, мой дамагер погиб. Так, ну Майки, Майки станет. Достанется Майки. Да блин, ну ты понял, чего не хватает, да? Вот не хватает дамага, черт бы тебя побрал. Не хватает дамага, Ирма не справится. Да не справится она, блин. Это уже который раз так получается. Так, напрягись, Рэй, напрягись. Подумай хорошенько, что можно еще поменять. Что можно сделать? Может быть, Ирму поменять? Может быть, Ирму нам, друзья мои, поменять. А знаешь, на кого? На Кожеголового. Сейчас попробуем. Сейчас мы, кстати, это попробуем. Я, конечно, не уверен, что это лучший вариант. Так, Ирму убираем. Кожеголового ставим. Не уверен, что это хороший вариант, но посмотрим. Да блин, Майки, ты достал, ты вот. Или все-таки Майки убирать надо? Фиг с ним, с этим станом, как говорится, да? Ага. Или Бибопа убрать, потому что Бибоп... Блин, трындец. Не, тут что-то вообще намного хуже сыграли мы с тобой. Не-не-не, ребят. Лео, конечно, да, я не спорю. Немножко тут побуянил побольше, подольше. Ничегошеньки здесь хорошего не вышло. Вот это жесть. Вот это жесть, я тебе скажу. Все-таки Рокстеди нам здесь не нужен. Рокстеди нам здесь не нужен. И, возможно, даже Майки не нужен. А Ирму надо вернуть. Может быть, даже и Бибоп нам тут не пригодится. Давай уберем Бибопа. Оставим Кожеголового, пускай будет.
Возьмем с тобой Ирму, только Ирму я поставлю вот сюда вот. И вместо майки, взять, например, муху. Вот такой вариант, давай посмотрим. Давай посмотрим, кто там опять отгребает у нас, я не могу понять. А, Лео. Блин, Лео отгребает, конечно, очень жестко. Блин, теперь кожа головы погиб. Причем так быстро. Лео отдуплился, блин. Лео, это, ребята, мой основной дамаг. Понимаешь, мне без него ну, тут вообще делать нечего. Вот не складывается ни шиша. Ну хоть ты тут что сделай, а? Так, мутаген получили. Ну что, давай, наверное, может быть, прокачаем кого-нибудь. Чуть-чуть. Кого вот только, а? Кого тут ты прокачаешь? У тебя мало мутагена, Рэй. Может быть, Ирму. Два уровня. Два уровня — это ни о чем. Два уровня — это ни о чем. Ладно, давай последний сделаем с тобой бой. Ну, проиграем так проиграем. Я за кадром, ребят, попробую тут немножко понабить мутагена, подраться на арене, чуть-чуть прокачать, а уже в следующей серии все-таки попробуем завалить этого Рокзара, потому что там еще Рокзар будет один. Да, неприятные, конечно, новости. Так, что, майки будем возвращать или не будем, Микеланджело? Наверное, будем, да? Уберем кожеголового. Так, кожеголовый. Так, где он у нас? Мы его убираем, ставим обратно майки. Угу, поехали. Просто хочу проверить. Майки, ты, блин, станешь не там, вот не там, где надо, ты делаешь стан свой, а? Вот серьезно тебе говорю. Так, муха там. Опять, и муха тоже не то делает она. Она должна Рокзара мне, понимаешь, мурыжить. Так, тихо. Правильно, так. А, тут еще и Рокстрид живой. Ну, опять та же самая картина, ребят. Одна и та же ситуация у нас с тобой получается. Выживает Ирма, выживает Рокстеди. Нифига не получается, ребят. Не хватает, вот чуть-чуть не хватает буквально мощей. Я просто не хочу вас томить, да и себя тоже, одним и тем же боем. Давай мы, наверное, закруглимся и уже увидимся в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых ссорых видосиков. Удачи вам!